только поставили и уже сломалась. В Кирове погасли световые новогодние фигуры. Неужели вмешалась погода? Об этом не только расскажу в ближайшие минуты. Вы смотрите «Давеча». Меня зовут Наталья Бакирина. Здравствуйте. Две смертельные аварии в одном районе с разницей в несколько часов. В ГИБДД рассказали, что происходило в выходные на дорогах области. Сотрудники госавтоинспекции Кировской области за выходные дни пресекли 475 нарушений правил дорожного движения. Нет денег даже на отечественные машины. Из-за роста цен автомобили стали недоступны для большинства россиян. В Госдуме обсуждают, как все исправить. Машины начинаются там от 850-900 тысяч рублей и вверх. Да, конечно, там 52 тысячи рублей, которые могли бы быть компенсированы. В Вятских Полянах мужчина отрубил знакомому пальцы на ногах. Почему он так поступил, рассказали в областной прокуратуре. По результатам рассмотрения уголовного дела суд удовлетворил исковые требования потерпевшего. В следующем году в Кирове станет светлее. В правительстве региона рассказали о планах на уличное освещение. С каких участков начнут обновление? Два человека погибли и шесть получили травмы в дорожных происшествиях за выходные. Всего в Кировской области произошло 7 аварий. Так, 22 декабря около 7 утра в Слободском районе столкнулись Ford Focus и MAN. 18-летняя девушка-водитель иномарки погибла. В этот же день и тоже в Слободском районе КАМАЗ врезался в припаркованный УАЗ. Водитель УАЗа погиб. Аварии с пострадавшими произошли в Вятских Полянах и в областном центре. Сотрудники госавтоинспекции Кировской области за выходные дни пресекли 475 нарушений правил дорожного движения. В том числе были задержаны 17 водителей, управлявшие транспортным состоянием опьянения или отказавшиеся от прохождения медосвидетельствами, 16 водителей, не имеющих или лишенных права управления транспортом. В поселке Богородское в пожаре погиб мужчина. В воскресенье вечером на улице Шубникова загорелся жилой дом. Обгорели пол и стены на площади 5 квадратных метров. На месте ЧП спасатели нашли тело мужчины. Всего в Кировской области в выходные произошло 7 пожаров, сообщили в МЧС по региону. За прошедшие выходные дни на территории Кировской области чрезвычайной ситуации не зарегистрировано. Произошло 7 пожаров техногенного характера. Спасены 2 человека, к сожалению, 1 человек погиб. Зарегистрировано одно происшествие на водных бассейнах. К сожалению, также один человек погиб. Пожарно-спасательное подразделение на ликвидацию последствий ДТП привлекались 3 раза. Травмирован один человек. Будьте внимательны и осторожны. Только украсили и уже не работает. Кировчане обратили внимание на выключенную новогоднюю иллюминацию на улицах города. Например, в Кочуровском парке установили световые арки, и половина лампочек в них уже не горит. То же самое около театра кукол. У фигуры медведя не работает часть светодиодной ленты. По словам кировчан, оба световых элемента пришли в негодность сразу после того, как их установили. Люди возмутились, как такое изначально могли допустить. В администрации пообещали все поломки устранить и зажечь огни в ближайшие дни. Есть технические моменты, связанные это и с погодными условиями, где-то вот как раз дожди, замыкания и так далее. То есть сейчас эти элементы все обследованы. Там, допустим, в Кочуровском парке там просто вандалы оборвали кабеля и все. Здесь вот, допустим, в процессе монтажа все было в уплотненный снег, кабеля заведены. Потом, когда потайка началась, тоже техника, допустим, собирала снег, где-то тоже вот обрывали. А так все в процессе. Все будет, все восстанавливается, никаких вопросов нет. Между тем, в Кирове скоро станет светлее и без новогодних огней. В следующем году в городе установят 5000 новых светильников. Документы уже подписаны, сообщили в областном правительстве. Поводом обновить фонари послужили массовые жалобы. Причем большинство недовольны освещением именно в областном центре. Работы начнутся с центральных улиц. Сюда поставят новые светильники. А старые перенесут на другие неосвещенные участки города. Работа начнется уже после новогодних праздников. А сам контракт рассчитан до сентября следующего года, рассказали на совещании у губернатора. Взялся за топор из-за личной неприязни. В Вятских Полянах вынесли приговор местному жителю за жестокий поступок. 37-летний мужчина ударил знакомого топором по ноге. В итоге пострадавшему ампутировали 4 пальца. Экспертиза оценила увечья как вред здоровью средней тяжести. Решение суда – 2 года лишения свободы. С учетом данных о личности, совокупности смягчающих наказания обстоятельств совершения преступления впервые, суд посчитал возможным применить положение статьи 73 Уголовного кодекса России, установил испытательный срок 3 года. Кроме того, по результатам рассмотрения уголовного дела, суд удовлетворил исковые требования потерпевшего
о взыскании с подсудимого компенсации морального вреда, причиненного преступлением, в сумме 500 тысяч рублей. Покупаете отечественный автомобиль, получите налоговый вычет. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Владислав Дованков, пишет ТАСС. По его мнению, машины стали слишком недоступны, даже те, что продаются под российскими брендами. Реализация такой инициативы позволит увеличить количество семей, которые смогут купить автомобиль. Более того, такой налоговый вычет позволит увеличить спрос на отечественные машины, уверен Дованков. По его словам, в 2013 году для покупки нового автомобиля требовалось 28 месячных зарплат. В этом году нужно 40 зарплат. А вот что говорят эксперты насчет новой инициативы. Это не играет никакой существенной роли в приобретении автомобиля, потому что в процентном отношении это очень небольшая сумма, потому что сегодня фактически машины начинаются там от 850-900 тысяч рублей и вверх. Да, конечно, там 52 тысячи рублей, которые могли бы быть компенсированы, это приятно, но вряд ли это кардинально поменяет существующее положение вещей. Попали в аварию и нарушили закон. В поселке Садаковский бетономешалка упала с моста в речку Чернушку. При этом водитель и пассажир решили слить бетон прямо на лед. Это заметили местные жители и сообщили в региональное министерство охраны природы. Представители ведомства обратились в полицию. Сотрудникам министерства оперативно произведен выезд, в ходе которого установлено, что в районе дома 10/1 по улице Заречной, в поселке Садаковский, перевернулся бетоносмеситель. Из бетоносмесителя осуществлен слив бетона непосредственно в реку. Сам бетоносмеситель находится в водоохранной зоне реки. Проведем дополнительное обследование и по результатам примем меры реагирования. Оперативно следить за новостями можно также в наших социальных сетях. Пишите, присылайте видео, номер на ваших экранах. Прямо сейчас смотрите прогноз погоды, а после программу «Объясняю популярно». В студии работала Наталья Бакирина. Всего доброго и до свидания.